Особый взгляд на быт в Советском Союзе после окончания Великой Отечественной войны принес очередную награду создателям «Дылды». На кинофестивале в США лента режиссера Кантемира Балагова с иркутянкой Викторией Мирошниченко в главной роли победила в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Данный приз примечателен одним важным обстоятельством. Фестиваль в Палм-Спрингсе проводится с 1989 года и носит статус генеральной репетиции перед вручением премии «Оскар». Зачастую ленты, побеждающие на данном смотре, затем получают аналогичные награды от Американской академии киноискусств. «Дылда» уже вошла в так называемый шорт-лист главной премии планеты в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». А уже сегодня вечером в Лос-Анджелесе огласят итоговый список всех претендентов на статуэтку. Непосредственно сама 92-я церемония вручение «Оскара» состоится уже 9 февраля, так что остается лишь пожелать новых успехов российским талантам на международном уровне.